Ебаный алё, я сейчас так орал, у меня, наверное, все проснулись. Я, наверное, проснулась, сейчас офигевает от того, что я кричал. Я же не в коров играю, игра, ты чё? Окей, ребят, привет, я Дима, мы с вами продолжаем играть в Subnautica. Сегодня начнем строительство, как я и говорил. Не знаю, самое вроде интересное, как мне говорили. Так что я... О, кстати говоря, она опять, да? Не сквозь текстуру идет. Смотрите, я перезагрузил игру, и на тебе, мы вернули свой инструмент вроде как. Нет, она все-таки в текстуру идет, черт. Но это означает лишь то, что мы как бы не вернем ее больше себе, к сожалению. Надо пить, надо есть, это тоже то, о чем я немножко сожалею. К сожалению, очень много о чем я сожалею. Фак, очень много о чем я сожалею. Нет, я оставлю там, наверное, ящики. А кстати, быть может, тогда вот здесь где-нибудь и жахнем. Ну, здесь, наверное, будет красиво, да? Вот здесь, если я начну ставить. Короче говоря, мне сказали, что фундамент это первое. Мне сказали, я тут полазил и прочитал. Фундамент это первое, с чего надо начинать. И вроде как его я могу делать. Но вот а как это делать? Я пока что не разобрался. Чертежи у меня, допустим, есть. Ну-ка, вот, допустим, вот так вот как-то. А, во, правую кнопочку нажимаем, фундамент тыкаем, и зависает игра. А почему, спрашиваю? Нет, все, не зависло. Фу ты. А что ты так? Ого, я могу ее немножко над водой, да, сделать, что ли? Над этой штукой. 30 seconds of oxygen remain. Короче, мне кажется, нужно будет выравнивать здесь все. Я не знаю, вроде как песок копать можно. Сейчас попробую посмотреть. Так, мне нужен воздух. Нужен воздух и спускаемся копать. Копать песок. Вот здесь будет прикольно, наверное, да? А интересно, у нас же есть эта фигнюшка, которая терраформингом, да? Называется. Вроде как из нее тоже можно... О, медная руда. Ну-ка, копается? Слушай, да, реально копается. Смотри, ну-ка. Да, таким макаром можно выравнивать. Мы же не берем себе ничего. Не. Так, ты мне там не это, не финди мне тут это, там, того, да. Слушай, а если есть такая возможность, как копать песок, могу ли я выкопать песок, допустим, вот здесь вот так вот вокруг, и поставить внутрь скалы базу? Давай попробую. Ну, здесь вот не только песок, здесь вот есть... Это не уровень. Ну, давай. Сейчас испоганю себе место. Ладно, если что, найду еще. Слушай, да, смотри, можно копать такую тему. А вот здесь тоже нельзя. Давай, копаем песок, короче, пока. Пока есть возможность. Экспериментируем, чисто экспериментируем. Если не понравится то, что сделали, пойдем в другое место. Основа, фундамент. Он стоит 4 титанита, поэтому я не переживаю за его счет. И вас приживаю. И ваш приживаю тоже не переживать. Warning. Не надо переживать. Warning, 30 секунд осталось. Вошли наверх. Что ты делаешь со мною? Ну, если что, титана очень много. Хотя говорили, что если я начну строить, то пойму, что ни хрена, его очень мало. Кстати, вот этой штукой можно резать, вот эту тему? Ну-ка. Тебе нельзя резать, да? Что-то стрёмно стало в задницу. Эй, я просто очкист. Я на самом деле просто не знаю, чего от него ожидать. Не хотелось бы там как-то подыхать. Такой херни. Кстати, воды, мне нужно воды. Кстати, тоже насчет воды. Говорят, что вот из этих штук, из водорослей, можно добывать себе воду. Так что пойдем добудем себе воды. Хорошо? Я спрашиваю, хорошо? Надеюсь, что да, хорошо. Водоросли, давай. Образец водоросли. Ну-ка, давай наружу. Съесть, еда, вода. Слушай, ну да. Чуть по чуть, на самом деле. Вообще капелюшечку. Но, возможно, как-то можно из водорослей сделать воду, я не знаю. То есть, раз ее можно есть. О, нифига себе.
содрали штучку. Что я несу? Содрали штучку. Раз ее можно вот так добывать, может быть, из нее можно как-то выкачать эту самую воду. Погнали? Погнали, попробуем. Погнали, попробуем. Еще, еще кучу всего интересного мне рассказали. А, вот там тоже база, прикольно было бы, если бы была бы. Вон там вот, да. Рассказали мне по поводу... По поводу вот этой вот штуки, веревочки, да, которая катушечка. Можно на самом деле ее прибить ко дну нашего... Нашего шаттла вот этого. Не, одну сторону, а другую сторону ко дну. И, мол, чтобы она далеко не уплывала. Можно такую сделать тему. Ну, пока маячок есть, это шибко сильно не горит. Так, давай. Воду можно из этого сделать? Не то я делаю. Воду из этого можно? Хлорная известь. Я не знаю, как делать из этого хлорную известь. Свинец, медная руда, серебряная руда. Ух ты, стекло, силиконовый, титан, титанитовый слиток. Бла-бла-бла. Бензол, я куда-то уплываю. Ну-ка, давай. Хлорную известь, я не знаю, как сделать. Походу, придется есть. О, смотри, как ровничком насобирал себе водоросли. Он, кстати, довольно быстро портится. О, ни хрена себе. Я, кажется, траванулся. Фак. А если мне воды не хватит, то это жопа. Это жопа жопная. Так, быстро. Быстро на поиски воды. Быстро на поиски воды. Быстро на поиски воды. Господи, что за звук такой стрёмный сейчас был. Мне нужна вода, господи, нужна вода, быстро. Но немножко я себе, конечно, дам шанса выздороветь. Вот эту водорослю всю. Всю съем. Да ну что такое, слышь? Смотри, ладно, стабилизировали немножко воду себе. Но дико-дико все ухудшили, что касается еды. Блин, мне нужна вода. Братка, ты подойдешь? Рыба-кольцо. Я не могу сдохнуть вот так вот. О, так мы бляха-муха. Нифига себе, подожди. Мы немножко не туда плывем, мы плывем к елдовине, которая заряжена. Привет. Рыбка Гарри. То есть это рыба Гарри, да. Рыба Гарри, рыба Гарри. Очень плохо. Чувствую такой дикий голод. Очень-очень дерьмово. Чувствую такую жажду. Срочно. Вообще, как может проснуться жажда такая дикая у тебя, дружище, здесь, сейчас, вот в таком месте? А, объясни. Я как-то съел водоросли прям под водой. Блин, я не смогу вернуться. Я не смогу вернуться без рыбы пузыря. Придется опять травиться тогда господином водорослем. Давай, давай, давай. Блин, 77% осталось. Как я себя так запустил-то, а? Как запустил-то? Объясните мне, пожалуйста, что произошло? Это убивашка. Здесь темная водичка. Ребята, слушай, жопа-то какая, а? Что делать? Что делать? Рыбы пузыри нужны, братка. Рыбы пузыря видел? 5%, слышишь? 5%. Рыба пузырь. Рыба пузырь. Ты где? Рыба пузырь. Извините, мне нужна водоросля здесь. Естественно, я сейчас буду опять пробовать. Инвентарь полон, бляха. Офигеть, смотри. Ну, по поводу воды себе немножко хоть чуть-чуть попроще сделал, да. А по поводу еды все хуже и хуже. 15% осталось. Блин, что делать-то? Что делать? Ну, надо плавать всяко рядом с водорослями, чтобы, если что, ну, вот как-то перебиваться. Может, поплыть быстро. Пока есть время, пока они далеко уплыли. А, сделать себе покушать, а? Dehydration. Бляха-муха. Так, короче, принимаю экстренный
экстренный вариант. Быстро, быстро, водоросли, 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 водоросли. И до базы, до дома. Приготовим еду, покушаем. Покушаем. И захаваем все это дело испорченными, разлагающимися водорослями. По-моему, шикарный вариант. Давай, 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 давай. Мне кажется, или на поверхности он быстрее плывет? Да, слушай, по-моему, быстрее. По-моему, как раз-таки из-за того, что ласты надеты. Может быть такое? Да вряд ли он везде должен плавать быстро. Так, быстро, пожрать. Консервная еда. Нет. Рыба-кольцо. Слушай, подожди. Воду, да? Нет. Никогда не ешьте усики. Супер, нам подходит. Раз. И рыба Гарри. Быстрее. Ну, прости, Гарри, прости. Прости, Гарри. Ты должен был быть. О, даже воду немножко дает. Так. Рванулись. Сука, только хуже сделали себя. Только хуже сделали. Так, ты что будешь делать? Пошли туда вниз, там, по крайней мере, вода есть. А, блин, смысл? Ну, воздух, а не вода. Смысл мне там кружиться рядом с этим воздухом, если мне нужно... Рыба пузыря. Вот это да. Я думал, мы сегодня будем строиться, короче, а мы тут реально выживаем. Вот это дикие-дикие-дикие условия. Ребят, смотри, правда выживаем же, да? Не врали. Игра на выживание. Блин, срочняк, срочняк. Нужна рыба пузырь. Не одна. Что за проблемы, слышишь, с ней? Слышишь, братка, что за проблемы с ней? Мне нужны хотя бы вы. Че, мне хотя бы как-то перебиваться? Хотя бы как-то перебиваться, слышишь, братан? О, что это такое? Пусть в этой штуковине будет что-то полезное. Господи, полезно, сука. Я, по-моему, сейчас... Я сдохну сейчас. О, господи, я помер, но быстро... Потеряли немного снаряжения. Быстро восстановился. Серьезно? Я потерял рыбы? И все? Легко отделался. Ладно, это было жопно. Очень-очень жопно. И все равно, пока у меня есть время. Так, в каком там месте у нас Аврора? Ладно, смерть здесь довольно безболезненно происходит. Для меня, по крайней мере, сейчас, на этом уровне сложности. Ладно, пока есть время, мне нужно найти... Во-первых, к той херовине больше не приближаемся. Во-вторых, нужно найти рыбу пузыря. Проблема не исчезла. Мне все еще нужна еда, вода. В данном случае больше всего мне нужна вода, конечно. А потом будем строиться. Блин, пипец проблемы, смотри. О, смотри, детальненько. Темно что-то, вот мне не нравится вот это. А, ночь наступает, да, на дворе? На дворе наступает ночь. На-ра-на-ра-на-на. Быстрее давай. Быстрее. А еще мне сказали, что вот в таких фрагментах можно найти какую-то штуковину, которая позволит прям быстро-быстро плавать. Довольно запись. О! Ты слышишь, я только с того света. Только с того света, слышишь? Гадина. Быстро. Быстро наверх. Быстро, быстро, а то в глазах сейчас потемнеет, блин. Все нормально, 9, 8 уже, 5, 4, оп, видишь? Все нормально. Фу, вода такая, знаете, золотистая становится, да, когда? Когда чуть что. Когда что? Когда темнеет, да. Блин, ну давай хотя бы вон вот этих рыбок. О, 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 вот она, вот она, вот она. Подожди. О, бляха-муха, стоять, мне нужен ты, а ты мне не нужен. Две, вы вот эти вот, суки, крашеные. Господи, что это за... Что? О, господи, как я сейчас обосрался. Где? А? 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 Нету? Вы мне тоже нужны. Во, волдоебина, а? Стрей наверх. Ух, аж как пробрало. Пробрало. Ой, ночь здесь какая, а? Стрёмная. Ная.
Короче, у меня есть вода. У меня есть титан. Та-ра-та-та-тан. Что ты? Что там? Драться хочет опять кто-то? Будешь со мной? Так. Рыба-пузырь. Скажи мне, пожалуйста, где твои братки? Почему твой вид настолько вымирающий здесь? В чем проблема? И как мне ее решить? Ох, как красиво. И как страшно одновременно. Ужас. Ужас. Ну, короче, первая смерть. Да, вот что я понял. А, вот они, вот они, вот они, вот они. Слушай, а можно как-то развозить по домам? Можно как-то эту рыбу пузыря? Нихера там темень. Смотри вниз, как можно ушел доебежить. Чуть было не проматерился. Ну, короче, чем дальше отплываем, тем больше шанс найти эту рыбу-пузырь появляется у нас. Давай шибко далеко тогда отплывать не будем. Так, туда точно тоже не поплывем. Вот так тогда, в обход. В обходик, в обходик. Заходик в обходик, я бы сказал. Блин, ну нужно сегодня хотя бы начать строительство. Нужно хотя бы построить. То, что я в песке ковырялся, это не считается. Нужно хотя бы поставить да, фундамент. Вот, все, вспомнил. Ничего себе здесь, смотри, ништяков каких, а, полно. Смотри, можно тебя взять? Серебряная руда. О, нормально. А тебя можно взять? Еще серебряная руда. Тоже норм, в принципе, чего нет. А тут что? Тоже серебряная руда. Смотри, залежи просто серебряной руды. Инвентарь полон. А это титан, да, по-моему? Да, вроде как по красоте сработали. Это был титан. Так. Господи, меня сейчас опять чуть кондрашка не схватила. Ты прикинь, я обосрался в водоросли. Че меня? Меня вот эта темнота пугает больше всего. Вот эта вот стрёмная херовина там вдалеке. Я все боюсь какую-нибудь большую чудовищную громадину встретить. Блин, и вот это вот... Ох, да. Я очень сильно подвержен этим всем. О, особенно здесь ночью. Очень дико ссыкую и очкую. Ну что поделать, да? Коли я так устроен, мозг мой так воспринимает все. Я понимаю, я прекрасно понимаю, что это игра, ребят. Прекрасно. Я прекрасно понимаю, что она тут даже не настроена меня напугать. Разве что стиснуть яйца мои по поводу того, насколько плохо я выживаю. Вот, но не пугать. И все равно я прям вот что-то как-то, да. Не очень хорошо в этом плане. Мне не очень хорошо. А рыба портится, нет, когда вот такие в сыром виде лежат? Я надеюсь, нет. Короче говоря, значит, пока у меня с едой все... А, ну ладно, нет, не нормально. Давай еду себе восполним, чтобы нормально уже заниматься делами. Так. Короче. Мне нужна еда, слышишь? Нужна еда из рыбы летяги. Давай, у меня, по-моему, их две. Так точно. Все. Насколько я понимаю, рыба летяга, ты мне еще и воду остановишь. Да, плюс три воды. На. И на. О, прям аж чавкая. Присвистывая. Ой, надеюсь, ты мне не испортишься. А вода портится вообще, нет? Давай одну себе воду сделаем. Чистую воду. Вообще, как она может испортиться? Как раз таки, мне кажется, больше шансов... Тухнуть может, конечно, вода. Больше шансов, мне кажется, что рыба испортится. Короче, сделаю себе воду. Буду ходить с водой. Мне кажется, она не испортится. Я буду надеяться на это. Надеяться и верить, что все хорошо. Кстати, светает. Вообще все отлично. И я не хочу на поверхности строить базу, потому что мне нужно плавать вниз постоянно. За добычей, за всякой. Я вот хочу себе вот здесь вот где-нибудь устроиться. Вот здесь. Я, в принципе, копал, да? Копал тут. Вот тут. Вот. Но я сейчас плавал и думал, что нет. Тоже, по-моему, плохая идея. Вон, песочницу сделали на этой штуке. Так что пусть она развлекается. Вот здесь мы где-нибудь базу свою поставим. Во-первых, здесь есть воздух. Не для базы, а в принципе здесь есть воздух. Я смогу нормально строиться, не думая о том, что мне надо постоянно плавать наверх. Вот. Так что, да. Фундамент у нас будет тогда
Ну, может быть, кстати, вот тут вот. На этой штуке. А? Ты как? Мне кажется, нормально, конечно, но надо вот эту штуку разбить. Взять вот титан. Что тут еще есть? Что тут было? А, песок копает. Нет, тут что-то еще было. Во. Минная руда. О, отлично. Пошли к воздуху. Пока время есть. Мне кажется, нормальный вариант вот тут. Может быть, вот так выкопить, я не знаю. Ой, сейчас буду, конечно, да, тупить, смотреть. Искать варианты. Давай. А там, если захотим, потом просто возьмем и под землю вкопаемся. Сделаем себе нормальную еще базу такую разветвленную, короче, в землю. Давай еще. Давай еще. Уп. Вот так, спасибо. Спасибо за дозу. Вот, посмотри, какой расточительный был, а. Как я испортил местную фауну этими своими дебильными поступками, типа. Наловлю кучу рыб, выкину нахер все, нафиг оно мне. Так, значит, попытка номер херова туча. Ну давай, ставлю я, наверное, вот, вот тут. Ну что, норм? По-моему, надо немножко левее. Ой, ты ж ебтою ты, сука! Что ты будешь делать? Как они меня пугают, а? Нормально? А не знаю, сейчас проверим. О, кстати. О, кстати. Так, воздуха мне дай. Еще. Вот, кстати. Может быть, вот на эту тогда площадочку? О, блин, она ровная такая, идеальная прям. Ну-ка, сейчас посмотрим. Давай, давай, давай. Хорошо, что можно прикинуть. То есть поставил и прикинуть. Я уже там поставил первый раз, я подумал, что все. Все испорчено. Жизнь испорчена. О! Идеальное место для фундамента, по-моему. Ну-ка. Фундамент. На! Ну, нормально стоишь? Ну, в таком, в полунепонятном. Полунепонятно она стоит. Ну, слушай, нет, прикольно, мне нравится. Мы здесь такую, короче, систему сможем устроить. Поэтому я там сначала разберу. Потом я, быть может... Так, ты не нападаешь. А, ты далеко даже. Потом, быть может, я смогу так построить, короче, вот так вот здесь все и соединю. Не знаю, посмотрим. Я никогда не занимался строительством под водой, вопреки многим предположениям вашим. Никогда не занимался, увы. Ях, этим делом. Так, хорошо. Здесь вот хочется, знаете, прокопать такую дыру внизу и сделать такую нору для хоббита водяного какого-то. Так, разобрать. Отлично, взял. Взял. Они все возвращают? Нет, все, все, кажется, все возвращается. Весь целый один титанит. Ах, мало. Площадочка. Не, нормально, мне нравится. Я немножко боялся, что меня будут смущать ножки вот эти, упирающиеся в воздух. Но они так наполовину стоят в нужном месте. Кажется, что так и надо. Вот отсюда особенно прям хороший ракурс. О, смотри, сюда можно прям будет потом... А может здесь начать строить? Нет, здесь. Короче, давай, начинаем здесь. Фундамент уже пора поставить один хотя бы. А потом, быть может, получится туда как-то уйти. Ну чё? Хорошо. Начало положено. А что делать дальше? Шлюз. Коридор. 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 Окно. Корпус. Стрёмная рыбка там рычит. Фундамент. Перегородочка. Лестница. Модификационная станция. Строится в стыковой шахте для улучшения мотылька. Ага. Стеклянный коридор. Стеклянный коридор. А вниз как многоцелевая комната. Обсерватория. Вертикальный соединитель. Во, вниз. Кстати, смотри. Эмалированное стекло нужно для этой штуки. Давай, многофункциональная комната, короче. А чё ты как-то странно ставишься? Стоять. Погоди, мне воздух нужен, чтобы понять, что происходит. Воздух. Воздух.
Все нормально, а что ты паникуешь? А что он сбоку ставит ее? Вот это мне теперь не нравится. Придется тогда... Придется что-то делать, я не знаю, что делать. Блин. Так. Ну, можно будет, конечно, что-то придумать. Типа какой-нибудь коридор устраивать. Ну, допустим. Слушай, погоди. Ого! Так ты можешь ее прям в корпус, что ли, вогнать? Вот так. А зачем я тогда ставил вот эту тему себе? А, ее можно, смотри, она на бок становится вот так. Типа так и надо. Типа так и надо, смотри. Да, но эту комнату можно было вот так воткнуть сюда куда-нибудь себе. Типа того. Прикол. Ха, кажется, я тут надолго с этим строительством. Окей, дай мне сюда, пожалуйста. А нахрена тогда фундамент? Там написано было, что строится прямо вот в первую очередь. Видели, да? Эту фразу. Так, подожди. Давай воздух мне еще. Во. Во, строится в первую очередь. Наверное, все это остальное для коридора, то есть... Энергетики какие-то. Оборудование. О, господи. О, господи. Изготовитель. Аквариум даже есть, ничего себе. Так. Ну, допустим. Хотя, смотрите, он мне говорит, что стеклянный, допустим, коридор тоже можно ставить куда угодно. Вот, допустим, X-образный коридор. Можно ли тебя поставить? А как тебя можно соединить, допустим, с этой штукой? Что за бред? Не знаю. Ладно, я разберу. И поставлю, наверное, тогда вот сюда. Многофункциональную эту комнату. Да что ж ты будешь делать? Чтобы выглядела она нормалек. Вот так же все трубы на месте. Здесь будет простор тогда, проход до той стороны. Что-нибудь, короче, придумаю. Возможно. Так, ладно, собираем. Собираем. А воздух тут будет сразу или как? Да вообще ни хера нет, ни окон, ни дверей. Воздух нужен. Так, рыба, ты мне сейчас тут не это, поняла? Вот так, ушла отсюда. Господи, если бы она агрессивная была, я бы, конечно, так не это. Сам не агрессивничал. Было бы прикольно, если бы они ели вот эту падаль. Но она падаль не ест. Эх, рыба, песок, буду называть тебя так. Лонгоньер, подводный. Чего плывешь на меня? Ты же не люлей мне идешь давай, да? Вообще очково как-то подошла. Ну вот у нас комната есть. Наверное, тебе надо люк типа сделать, да? Как-то входить же надо. Вот шлюз, стекло нужен. Господи, не пугай меня, слышишь? Господи, не пугай, я тебе говорю. Для стекла нужен кварц. Кварца у меня сколько? Раз, два, три, четыре. А, три штуки. Раз, два, три, четыре, три. Да, три штуки. О, смотри, отплыла. Действительно, отплыла. Вон там была. Сейчас уже тут. Лодочка. Херодочка. Я бы тебя попросил. Знаешь, что бы попросил? Туда поплыви. Чё? Аж толкается? Ты же толкаешься? Да вроде да. Вот, по тени сейчас проверю. Да, еще как. Все, тут и будь. Так, а кварц у меня есть? Ну-ка. Кварц есть у меня? Кристалл соли есть. Ну и держись тогда. Поплавок еще есть. Вода вот портится? Нет, не портится. Кстати говоря, хорошо вспомнил.
расширенный комплект проводов, труба. Надо будет про это тоже не забыть, что у меня тут это все есть. О! Кварц. Хорошо. Медную руду тоже возьму, золото. Все, вот это говно, оно по-любому понадобится для строительства. Так, все, ладно. Сплываем. Сплываем. Так, для меня сейчас очень важно поставить такое что-то, что-то такое. Что-то прям этакое. Секунду, резину. Возможно, она тоже понадобится. Бляха-муха. Так. Значит. Короче, такую тему, которая позволит мне зайти туда уже внутрь. И все. Для окна нужно два стекла. Для шлюза нужно одно стекло. Значит так. Я делаю сейчас все из кварца стекло. Одно стекло делается из двух кварцев, поэтому мне кажется, что мы много стекла не сделаем. Но хотя бы одно окно я поставлю точно. Возможно, даже два шлюза. Не знаю для чего. Возможно, даже два окна, потому что уже хватит. Да, хватит либо на два окна и шлюз, либо на три шлюза и окно. Фух, ну пошли. Где стекло? Вот оно, стекло. Пять штук. Пошли, вон он. Туда нужно будет уже маячок сделать, чтобы я не прохерил его. Возможно, потом просто перенести этот маяк, убрать нахер эти ящики с ивьем, перенести все это внутри. Ну вот, задали себе планочку, вот она, первая база. Прикольно, прикольно. Было бы прикольно, на самом деле, если бы она вот здесь вот прямо в этой штуке была, мне кажется. Но я уже фундамент поставил, поэтому я не хотел себе ничего переделывать. Если что, основную комнату еще одну бахнем сюда и потом соединим. Вот, тоже будет прикольно. О, кстати, а можно сейчас это сделать? Господи, не... А-а-а! Господи, ёб твою мать! Ебо налево! Отцепись, ты, сука! Ты никогда не нападала на меня. Ебо налево, я сейчас так орал, у меня, наверное, все проснулись. Я, наверное, проснулась, сейчас офигевает от того, что я кричал. Я же не в хоррор играю, игра, ты чё? Я же специально выбрал, господи, выживалку, строитель. Даже зомби нету. Фу. Чё она напала? Ты чё напала? Не нравишься? О, фу. Да, ты мне не нравишься, поэтому ты напала. Демократия. Так. Мне кажется, она напала из-за того, что не нравлюсь я ей как сосед. Она такая, чё ты тут всё перестраиваешь, урод, гад. Падла, и вообще я тебя не звала, не ждала. Интересно, а смогу я, короче, соединить эти комнаты шлюзом? Типа он ставится сюда? Ну-ка. А потом, короче, еще. А теперь, короче, еще. Ага. А тут, короче, вот такая штука нужна. Разобрать. Сейчас, короче, будем разбираться. Кажется, ставится. Кажется, у меня получится сейчас все сделать. Ну-ка, давай воздуха. Воздуха. Титана у меня не хватит, да? Но если что, здесь вокруг железяки валяются. Разберем. Бегом, 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 бегом. Не пугай меня, слышишь? Говна кусок. Так, подожди. Да еб... Все такое не то. Вот так. И че, и как-нибудь мне надо... Так, это разберись. Это разберись. Сюда как-нибудь тыкнись. Просто. Все нормально, не переживай. Только что тень на улице. Вот об этом можно переживать. 40-минутная серия уже получается. Вот прям то, что вы хотели. То, что вы просили. Так. Ну вот, допустим, ставлю я вот так эту штуковину.
И что у меня получается? Не, ну так она дико выпирает. Так она прям дико выпирает, конечно. Прям что-то очень. Бесишь воздух. И что я так много сделал. Сейчас тогда первый вариант попробую с закруглением. Не зря же оно есть, правильно? Ой, намудрил. Мне эта вторая комната нафиг не нужна. Мне просто хочется, чтобы здесь вот стояла... Воздух пролетел мимо. Мне просто хочется, чтобы здесь комната была. Вот и все. Но не хочется это убирать. Все, отлично. Так, значит, пробуем. Раз. Значит, красиво как-нибудь располагаем. Типа вот этого. Красиво? Красиво, я спрашиваю? Красиво. Было бы еще красивее, если бы, наверное, опорка была, но нет, я оставлю ее так. Так, терраформинг уже сам произойдет, да? По идее, ну раз он ставится, значит терраформинг сам произойдет. Так, а теперь на сей раз оно и выше получилось. Черт, что будешь делать? А теперь она ниже. Все? Фака. Все? Ну вроде да, вроде один уровень. Так, опять воздух нужен. Хорошее место с этой штукой. Давай быстро. Давай, 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 давай. Оп, оп, оп. Фу. Ну такие две башенки, да, у нас получается. Блин, ты не уплывай, слышь, опять сюда плывет. А может сейчас получится как-то соединить это дело? Ох, ты ж ёб твою ты дрянь, сука. На меня еще раз. 44% здоровья тогда осталось. Я бы на твоем месте, Дима, так не радовался, что отбился от него. Еще пару таких неожиданных нападений, и все, мне хана. Короче, пипец. Короче, я не знаю, что делать. На, опять. Вонинг говорит. Прям раздражает. Где воздух? Вот он. Warning. 30 seconds of oxygen. Да успокойся, женщина, все нормально. Вот видишь, я возле воздуха. У меня еда заканчивается. И воды одна штука. Вот это вонинг. А то, что ты там вонинг, это не вонинг. Который не вонинг, а ворнинг. Именно с таким акцентом. А как эту штуку крутить? А, во. Я что-то... Ну не, подожди. Нужно как-то тебя внутрь, что ли, загнать. Короче, знаете что? Эту штуку уже построили. Так что давай с этим разберемся сначала. Как мне тебя? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Во, вот так, короче. В бочину, во. Собрать. Воздуха нет. Мне кажется, туда зайду и прям подохну, поэтому пойду-ка я за воздухом. 7. Давай. Фу. Так, только попробуй, скотина. Только у меня попробуй, слышишь? Только вот рискни. Ушла хорошо. Хорошо, что ушла. Так, появился смысл в этом углообразном построении. Да? Ну, здравствуй. Так,
И что, я вот внутрь войду? А, нет, здесь все-таки есть воздух. Добро пожаловать на борт, капитан говорит. Диапазон передачи энергетических ресурсов. Солнечная панель из двух кварцев строится на Земле под солнцем для накопления заряда. 25 энергии в минуту. Оборудование. Шкаф. Настенный шкафчик, табличка, картинная рамка, скамья. Ну, короче, пипец. Я попал. Окно. Давай-ка. Подожди. Вот так. И не разобрать. Вот здесь я вошел, значит, вот здесь окно должно быть. Окно. Собрать. О-о-о. И зачем аквариум тут нужен? Вот он, чистейший. Зараза, аква... Че это такое? Энергия 0,0. Че это такое? Че за штука? Почему она испорчена? Может, отсканировать как-то можно? Че по швам-то расходится? Она что, реально по швам разойдется? Че ты по швам расходишься? Мне кажется, не зря он показывает, типа, энергия 0 из 0, когда я навожусь на нее, да? Кажется, он реально хочет энергию. Для этого кварц нужен. Мощный передатчик, он просто расширяет диапазон. Короче, я понял. Так, минная руда, титан. Ну, я вот возьму вот эту штуку. Вот так. А, кстати, знаете, что еще хотел спросить? Блин, вот эту штуку надо, наверное, привязать вот к ней. Чтобы она тут была. Я что хотел... А, медленно воздух восполняет, видите? Когда сюда заходим. Потому что, наверное, энергии как раз таки мало. А, он просто везде показывает, что энергии мало. Че по швам расходишься-то, я не понимаю. Че это, кто это сделал? То. Во-первых, сломался ножик. Во-вторых, постройка не удалась. Кажется, постройка не удалась. Черт. И че, и как это понимать? Какого хрена прочность корпуса увеличивается? Я не знаю, я отказываюсь в это верить. Гениальная постройка закончилась провалом. Она заполняется, да, пока я нахожусь вне нее? Да, да, заполняется. Ах, ма. Короче говоря, мне нужен ножик. Ничего себе. Ты кто такой? И мне нужна рыба. Это все, что мне сейчас надо. Ножик и рыба. И потом я буду разбираться с строительством. Потому что сейчас я явно проиграл. Субнаутика. Дима, 1-0. А, черт. Ладно, что-то я не узнал. Что не узнал, я не знаю. Очевидно. Вы мне наверняка в комментариях напишите, но я, скорее всего, уже и сам разберусь к тому времени. Так, давай покушаем. Все, ребят, тогда на этом закончим. Спасибо большое за просмотр. Да, первый блин комом, как обычно. Ничего страшного, сейчас все окей, а дальше круче. Помните это. Пока. Привет! Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на PZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты.
Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.